Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с актрисами, их автобиографией и рассматривать их фотографии. Кэтрин Розалинд Рассел, американская актриса, певица, комедиантка и сценаристка, обладательница премии Тонни и 5 золотых глобусов, а также 4-кратная номинантка на премию Оскар. Я цитирую Википедию. Кэтрин Розалинд Рассел родилась 4 июня 1907 года 7-м ребенком в семье америка-ирландских католиков. Обучалась в католическом колледже, а затем в Американской академии драматического искусств в Нью-Йорке. Рассел начала в модельном бизнесе, а позже появилась на бродвейской сцене. В начале 1930-х годов она подписала контракт с MGM и вскоре появилась во многих ее комедиях и драмах. За свою актерскую карьеру актриса 4 раза номинировалась на Оскар. В 1972-м она была удостоена специальной премии «Оскар» гуманитарной награды Джина Хершолта. Рассел также была очень популярна в Бродвее и в 1953 году получила премию Тонни за роль в мюзикле «Чудесный город». Тонни – это популярное название премии, ежегодно присуждаемой за достижения в области американского театра, включая музыкальный театр. В 1950-е и 60-е годы она продолжала сниматься в кино. Появились в это время фильмы «Пикник», «Величие одного» и «Цыганка». В октябре 1941 года вышла замуж за продюсера Фредерика Бриссона. У них родился сын Ланс. Умерла 28 ноября 1976 года в возрасте 69 лет. Похоронена на католическом кладбище в Калифорнии. Имеет звезду на Голливудской аллее славы. Вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе, певице, комедиантке, сценаристке Кэтрин Розалинд Рассел. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.